очень важное положение для этого курса. Все, good. Посмотри, держи. О, хорошо. Вот эта часть чуть-чуть вниз. Вот, а это чуть-чуть надо. Вот тогда колено будет прямо. Вот это, вот чтобы у вас не было проблем с ногами, важно, чтобы вот эта часть смотрела ровно прямо. А для этого нужно правильно сориентировать вот эти две части. Это чуть-чуть вниз, а это чуть-чуть вниз. Опа, да. А тело полетит в другую сторону. Бедро в одну сторону, а плечо заводит в другую. Опа, во! Да! Да! Все, чуть-чуть скрутка должна быть. Вверх в одну сторону, а низ в другую. Тын. Немножко противофазе. Тын-тын. И натягивай. Вот это хорошо. Все, это правильно. Потому что в теле должна быть заряжена энергия. Энергия вращения. Тын. Все, все, ап. Вот это вот. Вниз. Вот это. Когда она высоко поднята, колено начинает уходить в сторону. Вот здесь проблемы будут. Все. Занимаетесь 3 года, их еще нет. Занимаетесь 6 лет, появляются проблемы с коленями. У вас начинают болеть ноги. Потому что неправильная стойка. Все. Потому что стойка должна базировать, не натягивать связки, связочный аппарат, боковые связки. Она должна стоять прямо, чтобы обеспечить магии без подъема и без отката назад. Когда это заметно. Вот.